Минус 3 крола. Паша, если что, дай идем в школу. Давайте только активно. У нас очень много лута лежит там и очень мало времени. Если я ошибаюсь. Стойте, хилит. Да хрен с ней. Забирай ЛП, и я отводи. Надо кому-нибудь кожа, дух, крит, бля. От нее говной воняет. Давай я по приколу рольну. Ну и, блядь, то, что нахуй надо больше половины народа, блядь. Мне в том числе. Ну, Вань, вообще-то это мне нужно. Вроде как говорили, что я третий буду собирать после выигрыша. А чего, у тебя его нету, что ли? Так нет, я же говорю, она тебе уступила. Тогда все, понял. Все, народ отменяется, нахуй. Вань. В порядке очереди Вань. Уходит. Да я сколок заберу. Кто это встает? Нашел Виталик, что ролить. Ну такую хуйню можно было и поролить. У меня друг просто хочет посох. Ну, вот с Шемом можно не торопиться, как бы с самим квестом для миликов. А для кастеров так вообще можно не торопиться, пацаны. Он один хуй, вы его поменяете быстрее. Да, он зовут. Он залутается еще 100 раз, как бы вы даже не успеете сделать сюда нового контента. Там, на самом деле, правда, он дороже, чем все остальное, что можно получить. Мы дракона не вызвали, он сейчас прилетит. Летит. Денчик, ты где? Да-да-да. Скачаем. Не, на самом деле, палка хорошая, вот именно сейчас пользоваться ей. Сейчас, выходит... Да, проще выбить. Ульдуар Хэм выходит, все, она не нужна. Правда, Саня, ты представь, просто сколько это стоить будет, и сколько времени потрачено на эту палку. Ну, я 3 собрал такие палки. И 1 шем на Америке еще. О, поехавший. Это за сколько лет? Ну, на X2 я не знаю, сколько это было. Да, этой ночью он пока спал во сне там. Ну, когда у тебя гильда есть, как бы, знаешь, собирается очень несложно. Да, шучу, я, конечно, собирал с пугами в гильдии и пацанам собирал. Ты что, издеваешься, что ли? У нас такие ребята были, ты еще и осколок не дашь, он сразу слезы вот это начинает. Маму сейчас позову там. Ваня, здесь нужен я буду в холлике или нет? Да. Ну все, понял, а то я напишу. Ну-ка, ты тогда туда летишь, Денчик, ты у нас или что там? И как это называется? Давайте, вот кто не успел, то и не успел, мы давай так убьем. Давай наоборот. А, да, ладно, если кто не успел, тот не успел, давай убивай без меня, я пфу. Я не могу, у тебя ретлизер. Бля, логично, нахуй. На, кто я там ролил, блядь, сидел, а меня еще и не ждут, суки. Не, ну я имею в виду без авкашечек. Чуваки просто стоят там что-то. Давай, да и это, трубопровод туда летит, а я здесь остаюсь. Да-да, легко. Лучше. Паладину легче толпу собирать. На пушке у нас есть извращенцы, которые хотят сами? Я хочу. Ну вставайте просто напротив пушек, не надо, по двое не надо, вот по одному встали и все. Все, пушки заняты. Тут не прокатят, да, как обычно? Продам пушку за 10 тысяч голды, кому надо. Что, ты бежишь там или нет? Маркетинг. Ваня. Он курить пошел. Благодарю, Анфрей. Ну, все тогда, отчет, да поехали. Отчет. Ну танки хилые тут, все, ничего страшного. А это сколько там стоять надо? Каждого... По урону посмотрим. А как это называется? У кого запускаются орды? Вот. Вон мужик с РФан стоит. РЛ запускает только. Так я РЛ. Так вот, орк стоит. О, я залагал. Красота. Сейчас, погоди. Халукет, что там? Залагал я. Мне можно перезапускать. Ты не залагал? Давай, Alt F4 нажимай. Мы тебя ждем. Ну да, Alt F4 нажимаю. Ну, это полминуты. У нас какой день сегодня? Вторник? Да. А, ну, на завтра еще мы сможем пару боссов убить. Там есть желающие? Да, завтра пойти. Че? Может, сегодня Саурфа добьем? Да-да-да, мы сейчас Саурфа убьем. Есть вариант лучше продлить КД. Зачем? Зачем? Там лут.
чтобы не ебаться с этого. Хорошо, одного босса потом дрочить. Так, мы уже двоих можем убить. Лут, сейбра. Да на лут-то на самом деле похуй. Нам просто наигрыш нужен. Да. Да, ну, вот мы его один раз убили, нам еще раз нужно убить. Все, полетели. Денчик, готовься. Ну тут тоже пожестче как-то, тут беда, у тебя без лаков, без всего вот этого, за раз. Денчик, смотри, тебе больно сразу? Прыгаешь под него, там вот это все делаешь. Под него все сделаю. Ну, то ICQ увеличилось примерно сейчас, на один у всех. Прокачались. Не у всех, конечно. Ну, ничего, мы летим. Пока, Вань. Да я так понял, да. А тебя присумонит, наверное, к нам? Не надо мне свою девушку курить. Не, ну в смысле, к сундуку. Так я тут, если что, сам тпшный. Сразу, Денчик, прыгай прямо сейчас. А зачем сейчас? Надо, прыгай давай. Кулаки и попушки. Я перепрыгнул. Поехали этих бить, чувачков маленьких, с ракет. Если кто-то может обратить, как у нас ХП у корабля улетает, вот, смотри. Прыгнули, убили мобов. Кулачки бы. Там Ноктус есть. Че по урону? Да, нормально все. На наши мобиков сливайте тоже, кто-то останьтесь. Тут вроде сливают потихоньку. Оружейники вот эти больно очень кораблю делать, поэтому надо их убивать. У нас холипал упал, хильте танка. Шамана. Я тебе так скажу, знаешь, где я был? У меня, короче, я юзнул ранен, потом, я очутился. Потом. Это не очень интересно. Маг какой-нибудь, прыгни обратно и сядь туда. Я сейчас бы... Надо, наверное, перепрыгнуть, скинуть стаки. Пау, вставай. Мага, ракетчиков, потом улетаем. Прожмись, Денчик, Т4 сейчас. Ракетчиков убили. Все, сначала ДД. Улетайте, улетайте. Давай, Денчик, прыгай. Ждем 8 секунд, стой на месте. Ждем, ждем, ждем. 5, 4, 3, 2, 1. Прыгай. Там настаканный чувак по сурфангам стоит. РДД добивайте. Три лычки, это уже больно. Заморозка 10. Маг. Куда вы долбите? Пацаны. У нас приор маг, ракетчики, потом все остальное. Че по урону? Ну, чуть меньше половины сносит. После мага прыгаем. Там кровь прожмешь, если плохо будет. Да, у меня это 4 откатилось уже.
Ну, прожмешь тогда. Вот сейчас маг вылазит, и прожимай. Маг. Прожал? Да-да-да, это нормально. Ракетчиков потом прыгаем. Ну, надо, да. Ох, нихуя. Может, все, убегаем, убегаем, убегаем. Прыгайте, прыгайте. Давай, Дэн, прыгай. На нашем пока полете. Дискон? Да. Там 96. Спасибо, завтра продолжим. 5%. Уже не будем заморачиваться. Вообще можно на форум написать, нам его убьют просто-напросто. Ты вот сейчас напишешь, они пока ответят, уже полчаса. Нет, за 5 минут отвечают на такие вещи. Ну, кто хочет, чтобы писали? Да ладно, давайте, это же корабли, блядь. Корабли. Вип-раздел напишу, они мне за 2 минуты ответят. Ну давай. Забеем. Скриншот въеби прямо сейчас. А скрин сделал? Я скриншот скинул уже. Это сервак упал или? Да, да, сервак. Давай тогда пиши прямо сейчас, отходите курить там, что хотите. Так а что они сделают эти дела, я чуть не понимаю. Они просто лут дадут нам и все. Засчитают килл и дадут лут. Так что далеко не расходитесь там. Убьют босса просто нахуй. А как они лут там рандомно скинули, типа, да? Думаешь, так же самое и получаем рандомный лут. Они сгенерят лут. По сути. Ладно. Просто у нас-то тут стопроцентное было убийство, у нас он все. Нихуя себе, это себе сервак отлагал, не? Нет. Отлагал? Это не сервер упал. Сервак отлагал? Да. Народ. Да. Я сервер отлагал, да? Просто. У вас сервак отлагал? Вы просто все резко умерли, нахуй. Все, сервак работает. Еще нет. Все равно можно написать. У меня тоже ничего не... У меня все на месте бегают. У меня кто-то тут... эти... Не, все. Хан, наверное, ебать белых. У меня все работает, блин. Ну, бой кончился или что? Да. Бау, нажимайте Alt F4 все сейчас. А, не, погоди, о, погоди, погоди. У меня тоже. Бля, а, да, вот пролагало, наконец. Ну, я думаю, все равно можно написать. Да не надо, сейчас убьем еще раз. Делов-то. Да, это у всех, блять, ты все фильм, ты шо, в Дискорд не слушаешь? А меня и выкинуло даже. Вот теперь Дискон. А вот теперь да, Дискон. Вот теперь можешь писать. Не знаю, меня нихуя не дисконуло, я бегу в ТЛК. О, я тоже спокойно бегу, вот сейчас тэпаться буду. Еще Корвин. Черепной вал спокойно тэпнулся. Я даже не могу присоединиться, а не вот прорвалось. Нормально заходит. А, ну все, тогда заходим, ничего не пиши тогда. Отбой, не отбой, отбой, не отбой. Какие-то приколы, блядь. Ну, рофлы какие-то. Надо смешнявки на 96к, блять. А больше пинг 1500 нравится. Вот это вот кайфово. Да, пинг 2000, нахуй. А сейчас мобов надо будет бить, потому что они не заагрены. Стой на месте. А, точно. Да, это... Около портала стоим, ждем танков, хилов. Ну, а знаете, сейчас будет заходить 5 лет, блядь. Ну, он уже зашел, не? Не, у меня нормально что-то в этот раз. Давайте пока стоим. Хилы есть тут у нас? Да, есть 2 хила. Давай, бафайтесь и начнем пинать их. Похильте всех и погнали. Похильте всех, умный, дохуя. И я такой. Вот ты думаешь, это так просто? Ну, я же не хил, я не знаю. Все, давай. А, ну вон рыбу поставили. Опять быстро. Просто мы вот на этих тратим время какое-то ненужное. Опять быстро, ребят. Давай, прыгай в толпу, да не беги туда никуда. Ну кто, что ты делаешь? Видимо, вот он завид. Видишь, какого шира ебит? Завидел мобов, получается, нам. Сейчас дейвейдим их, короче, и дальше побежим.
Ты просто все равно как охуел, что мы типа в первый же день траев леди убили ее, блядь. Это молодцы, кстати, не все такие одаренные. Мне в поддержке ответили. Короче, сейчас мы должны помочь. О, это вообще отлично. Даже убивать не надо. Я же говорю, пишите, блядь, это же не проблема вообще. Мне кажется, их там, кажется, их там заставляют работать. Вернулись обратно, убили мобов. Там запулили. Вип поддержки у тебя какая? Ты... Там что, на сервер миллион задонатил, что тебе так быстро отвечают? Нет, там бывают, быстро отвечают. Я в тот раз тоже писал за Джай, но нам прилетели и делали ее прям сразу. Вот там деньги платят за то, что отвечают. Не, подожди, вип-поддержка, это вип-поддержка. Ну, учитывая то, что доход. Нет, я в обычный писал, кстати. Учитывая то, что они всяких холландских нанимают. Ну да. Конечно, им платят. А 20-й лоялки? Да, то есть все. У меня вип-поддержка появится через одну лоялку, я понял. Надо у меня через 4 только, офигеть. Стимул, еще что-то докупить. Еще 14. Надо, блядь, тупо 4-5 докупить, блядь. Так, а что в итоге делаем? Ждем. Класс. Ну, кому лут не нужен, можете не ждать. Как бы. Ну, может, блядь, что просто. Тут, да тут вообще так-то хуеть, что падает, блядь. На самом деле, корабли-то хаймовские, это пиздатая хуйня. Кстати, плащик для Ретрика бесовый падает, да. Да, вот и если, кольца, вот не, если... и кольца пиздатые падают. Вот если бы сорка вот это бы упала, я бы очень был бы рад. На мишку чест, кстати, падает. Вот я бы сразу его отдал на этого, на бегемота. Тут до хера что падает на самом деле. Понялся этому. Капец, меткость и мастерство самое то. Пуха, за которую штыка готовую пушку порвать, блядь. Кольцо, да, классное тут. Я, Ваня, готов за плащ драться. Ваня тут просто за киловки готов драться, блядь. Эй, не тот плащ. Вы чтобы понимали, это, по-моему, первый раз, когда я вижу... Что... Тихо, сейчас помолчали. Что говоришь? Короче, убиваем корабль, долбоёбы, с ними надо разбираться, короче. Они пишут, понял. Что ничем не могут помочь, типа ревога сервера не было, блядь. Давай, берем эту херню всю и все по новой. Поехали. Быстренько только. Ну, кто ты бафаешь кулаки 10 на пушке тут бегаешь. Ты давай запускай тогда. Ну, я сейчас гляну, все тут нет. Хоть бы помощник мне, блядь, дал. После рейда предлагаю все деньги в тикеты. Тупо реально, отжал рейд, блядь. Около пушки сели. Резельда, все, все на месте, поехали. Как умер ты, блядь. У вас Тирион улетел с корабля. Это Сава. Ван. Да как, где он там сидел? Он умер, все. Сейчас появится. Без лота сейчас остался. Сейчас убежать можно будет. Ну это фрик, я имею в виду. Вот я ничего не хочу про человека плохого говорить никогда, ни про какого, но три раза сдохнуть на кораблях – это фрик. Я вообще не знаю. Есть такая гильдия, Freak Squad называется, те туда. Они, кстати, топ-гильдия X2, одна из топ-гильдий. Могу даже с Гэмом познакомить, классный чувак, еще эстонец. Давай, Денчик, сразу поехал. Денчик, прыгай. Бежал. Лочки бы. Ебать, я долбоёб, я забыл ракету повесить. Ну, Бина, наш. Да меня, блядь, задело фигнёй. Я улетела. В пушечки не попадаем, ребята. На полу кружок такой, это плохой кружок, от него надо отойти. Да можно, блядь, среагировать и просто прыгнуть нахуй, если откинула. Как ты сказал, и реагировать? Да, и реагировать, блядь. Поэтому получается, ты реагировала на кружок. Отлично. Я не пойму, а ты где там, блядь? У нас я к вам прилетел тут, точно нахуй. После этих убиваем хреней маленьких и улетаем. Ракетчиков. Здравствуйте, Эфирион. Тебя вроде бэйли или не? Бэйрнул. Все, улетели. ДДшки улетели.
Прыгаю. Денчик, улетай. Натаха Хамикадзе. Кулаки. Ну, вот там остался. Тактирион. Почему кулаки на пушку никто не цепляет? Я не понимаю, где мистер Кринж умирает, я точно не понимаю. Ждем, ждем, не летите. Стойте все тут. А сержанта с него заберите, пожалуйста. Прыгнули. Как ты его сагрил? Таунт. Я про мистера Кринжа, он как-то с Мурадина с меня сагрил. Я тут вообще кегли. Сейчас мага убиваем, ракетчик, потом убегаем. Так он уже, блядь, вообще не пробивает, не? Пока нет. Где-то пацаны, если пути. Что, здесь портал есть, можно не перепрыгивать, а в портал прыгать. Так неинтересно. Понял. Да ты какую-то хрень говоришь, а? У тебя скучный лицо, тебе никто денег не даст. Он начал пробивать, блядь. Ему с веселым лицом денег не дадут. Да нихуя себе, а чё он так быстро стакает-то, блядь? Точнее, даже не то, а как-то урон, блядь, быстро набирает. Ну, что, этого... ну у него по атаке выше. Всё, ДДшки, убегайте. Денечка, убегай. Получается, до этого он не пробивал твой щит, а атака увеличивается, а потом начал пробивать, и поэтому сразу резко начинает урон расти. У меня щит-то не на пол твоего лица. Ну, как это не на пол? На треть. Блять, вот не скидывали стаки. Стоим. Какой-то дурачок там прыгал или что-то делал. Стоим, ждем. Прыгнули. Да, как мне нравится. Какой слабоумный вот туда пополз? Куда? Стаки обновил боссу. Кто последний прыгает, тот дурак. Я должен последний. Ну, я имею в виду после тебя. Еще одна уставим, потом прыгаем. Хватит, блядь. Саня, если что, добычу там перекинь. Да, уже поставил. Че, еще одного постоишь? Ну давай, постой тогда под дефами. Тебя поуверхилим. Зуба дам, если что. Минус 15 на тебе держу. А, даже так, блядь. Бля, не, ну это солом. Банку на АП купил. Вот, я когда купил. Здесь Офликов Т4 работал, как раньше, чувак ауешил весь корабль в Солянова. Бля, 5 он... миллионов конусом. Как вам такое вообще? Там то же самое было, только чумой. Бля, эти ботинки, и счеты, и запы. Бля, счеты, какая охуенная тема. Кто у нас? 40... Дерзкая нет. Же, да? Они раз 45 сколько? Секунд прокуют. Я, если да. Вы мне дадите фласку, я буду очень благодарен. Потому что я уже... Ну, охотник у нас здесь один, Мархен, как бы, без вариантов. Обычно мне счеты.
А что там выпало? А насчет здесь... Я осколок выпал. А герой? А, да, осколок там. А не, вот вообще кому-то, кроме Холи, присадись, нужны эти счеты? Да, они же... Так это если с ПДЗ... Резельда надо? Кого, счеты? Тапки. Или что? А, тапки нет. Вообще никому не надо? Нихуя не упал, я понял. А что за тапки там? С духом и критом. А, счеты ролите там кому? Да, типа, я... А то он, кстати, не показывается. Лол. А, ты ролл, потому что не пишешь. Да. Я ничего не пишу. Со шмоткой. Хлепал, блядь, счет. Хлепал мимо, серил мимо. Типа, что за бред, блядь? Чего вот у тебя за... Вы серьезно сейчас, ребята? Спасибо большое. Холик, я тебе пизды дам. Я тебе уже 500 тысяч раз говорил, блядь. У тебя есть ювелирка. Сделай себе ебучую сову. Нахуя тебе вот этот кусок говна? Объясни мне, нахуя он здесь? И ты сколько раз тебе, блядь, еще раз сказать? Не-не-не, Холокер, короче, сейчас тебе... Секунду. Сейчас тебе распишу. Рыбу кушайте. Дядь, поверь мне, тебе не нужна мана. Этот тринкет у тебя не делает ничего. А можно я две без фласки на СПД побуду? Если вам ДПС... Все тут доехали, короче. Так ты им тактику-то объясни, что там РДДшники должны заливать, блядь, мобов нахуй. Мобов убивать, да. Личники их никто не трогает, блядь. Страта... Очень крутая. Тут есть дебаф. Ну, кто первый танчит? Вот этот дебаф. Мелики, если на вас дебаф, то вы не бьете мобов. РЖЖ, РЖЖ. Вы бьете сразу мобов и максимально быстро. То есть надо всем ренджам бить мобов. Кто не свичится, тот гей и осел, как бы... будет сразу определен. Точечно он свечится. Дайте каску по роге. Разбойнику. Ну-ка, сдай. Не надо прота никому. Только каски. Да у нас три паладина. Мы до этого кто-то... Без разницы. Спал. Просто дай каску. Ничего тут не надо. Повтори, пожалуйста. Просто попасуй каски. Уже туго соображаю. Не переживай, Дим, это последний босс. Я надеюсь, что... Насчет этого бафа я за это говорю, повтори. Какой баф? Никакой не баф, забей. Ну, просто все РДД... 5 секунд пул, короче. Все РДД ебашут мобов, блять, милики, нахуй не трогайте их. Таунт. Таунт. Сто шесть миллионов, ебаться в пизду, блядь. Мобы. Мобы. РЖЖ, мобов, точно. Почему я вижу, как аркан стрелы летят, блядь, в босса, а не в мобов? Таунте. Ресните палок. 40 секунд. Бля, я даже Салливу отдал. Даю бэр. Бля, когда как раз был таунт, когда тебя напереагрили. Дайте ребаф по паладинам. Мобы. Мобы пошли, РДДшники, поехали в мобов. РДД, если сразу говорю, если вы не будете изливать быстро мобов, они вам ебальники оторвут. Собирай. Просто будет минус кроллу на вкусный лут. Не на все подряд, а на вкусный лут. Мистер Кринжи 0% по мобам. Ну, уже ГП получается, попал. Мобы.
Не, ну, кстати, нормально мы выдариваете, на самом деле. Ты переживал. Хуже будет, блядь. Да не, я думал, хуже будет. Вот вы меня бы лучше не разорили. Ну не втроем же. Мобы. Нет, он два залей. Тогда по никам говори, кто залей. Ну, обычно. Залейте мне, да? Да нормально. Хуя там Игорь там мажет жестко. Забирай. Ноктаз. Не тупите, пожалуйста. А у меня КД просто на это. Смотри, я же забираю. А, базар нет. Мерехаста у нас нет, откуда столько шаманов еще? Мабы. У меня стоит. Видишь, есть мерехаста, да? Вообще тихо. Поехали в мобов. Через 10 секунд. Мы бы и пошли. Поехали в них. Как же все равно долго его бить-то? Да, блядь, 106 миллионов ебать. Ты просто пиздец. А мне, кстати, интересно, а эти блестойки же магии ебашат. Она там уехала. Собирай. Тридцать процентов. Просто там полторы минуты до этой, до Берсейса, и чё, народ? Да, успеем вроде бы. Мобы. Анфрой, ты Сандерс стакаешь, нет? Забирай. Все, уважение. Народ, это персы. Ебашьте его, блядь, быстрее, нахуй. У вас минута осталась. Нормально, успеваем. Да нихуя мы не успеем, а бы. Лена, 270 шп. Забери. Пизда. Боялся, блядь. Прерогни стойку на 30 секунд. Вставай. Я снова. Ебаф ему дайте. Ебашьте, как хотите его. Блядь. Главное не уронить чуваков с метками. Если они умрут, он отхилится. Забирай. Да, мы не. Мобы через 5. Берса, блядь, 13 секунд. Босса бейте, да. Только. 50 на 50 вьюз. Только босс. Давай. Блять, знаете что? Вы понимаете, что мы нахуй почти уперлись в берсу, блять, на нем? Дайте плащ. Пиздец, блять. А какой бой там, блять? Блять, изучал их просто. Я тебе сейчас скрин, что она была. Знаки и саранит. Ну прям. А, кстати, да. Блять. Ну что, ты мастером будешь раздавать? Паладин, жрец, печеньку или что? Полагаю, Ване надо дать еще раз. Чувак. Ну кому? Или не, танку есть? Бесполезно давать, у него есть. А это не та печенька. Жрецам как бы... Это не та печенька. В смысле? Печенька. Героическая. Да, смысле? Ну, одна героическая, да, это. Ну мы про героичку и говорим. Короче, чё вы вопрос спрашиваете? Ну, ты же сказал, он будет этим мастером. Моим первым уходит она на танков.
Потом, у танка не танка надо. У танка Т5, Вань, ему не надо, в том-то и дело. А у нас стоит столько хилы. Ну, у нас еще есть трупопровод, ему надо. Это не ДК. Делать? Я могу ее вендору продать, если она... У нас выбор только чумовая, Сафирион или Лизекс. А, точно, блядь, они же по классу ебать платить. Паузрец лок. Пало упало Т5. Блядь. Давай активнее решай. Уже. Давай Лисексу отдавай, похуй. Вроде ходит, хилит нормально. Разбойники, рольте вот эту. Ну, роляйте на комбата будущего потом, ё-моё. Не надо будет, выкинете. 3, 2, 1. Ты пиши там английскими буквами ролл, аддон, нормально. Все люди видят, кому надо что. Тут из шмоток две штуки. Ты что, не запутаешься? Маленькая нужна кому печенька? Ну, вообще, Сереге Анфрой надо добить саранитову Анфроя 3. Соответственно, ну, это саранита и печенька должна улететь сейчас. Анфрой саранит добьем. Я тебе скинул, сам отдашь, а печеньку я отдал. Серег, сейчас мы Анфрою последние, считай, две. Потому что тебя не было, поэтому ему отдавали. А насчет сранита отдается, да, кому-то? Да. Ну, Саня, вопрос. Все, всем спасибо. Все молодцы сегодня. Да, огромное спасибо. Ваня, то, что сегодня был ДС, точнее, печеньки, чего? Которые надо, можно было обменять. Ты их тоже отдал?